Бухфета, просыпайся. Идем капитана 130 смотреть. Что ты сказал? Капитана своего. Только включил. Привет, ребята. Сейчас я звук выключу. Сейчас мы будем разбирать этот... Сейчас мистер Икс достанет что-то. Так, шампанское. Ага, давайте я открою сейчас. Потому что я выпил шампанское. А кто вообще остался без шампанского? Потому что только чели. Может, а ты какой хочешь попить? Вот это, что я купил? Ага, так, ребята, вот я закупила какой-то брюн опять, очередной раз, какой-то кисляка. Вот, не хочет пить то, что я ей говорю. Ну, не хочет, я не знаю. Она хочет пить, короче, какое-то новое, что она купила его. Я сейчас открою, пусть попробует. Потому что я купил нормального шампанского. Чё делать? Вкрывает шампанское. Она все выбирает. Какой-то никаких шампанских. Вот. Если это брюму, я и куплю. Если этикетку повернуть, то, конечно, хорошо, но мне же открыть надо. Вот. Сейчас я ей налью. Вот, мистер Икс, это Лена. Лена моя жена. Кто? Вот. Ее зовут Лена. Баба Вашингтон. Сейчас я открою ей шампанское, налью. А потом мы сделаем обзор. Так, ребятки, нифига себе, оно, короче, с пробкой. Не хочу шампанских. Оно, короче, с пробкой. Эту пробку надо открывать. С пробкой. Чтобы оно не стрельнуло еще. Нифига себе, какая сейчас, пробка. Оно стрельнет, а потом я сделала обзор. Я уже выпил. Обжор. А потом сделаю обзор, короче. Уйди. Что она там накупила. Так, вот этот пузырек. Цып-цып-цып. Опа, крышечка. Вот я открываю его. Могу сделать, чтобы стрельнуло? Могу. Я и сделаю. Еще раз. Могу сделать, чтобы стрельнуло? Могу. Я и сделаю. Вот так как-то. Хотели стрельнуло, вот оно и стрельнуло. Блюму. Вот наливаю теперь. Стрельнуло хорошо. Ой, блин. Жестко стрельнуло. Но оно-то стрельнуло, но оно ж полтолук стрельнуло. И оно замочило, короче, всю вот эту конструкцию. Оно ж под низ потекло. Ну, будем вымахивать. Но зато стрельнуло. Вот оно лучше раз стрельнуть. Да.